В Кызылорде прошли учения бойцов оперативно-спасательного отряда. Проверка готовности спасателя проводилась в формате соревнований. В них приняли участие 25 человек. Основная цель – отработка умений и навыков, повышение профессионального мастерства. Наша главная задача – спасти человека. Эти соревнования проводятся ежегодно. Сегодня по скалодрому и кроссфиту. Нам приходится спасать людей в горах, на водоемах и так далее. И мы должны быть готовы к любой ситуации. В этом году заняли второе место на КАЗ-СПАС-2022. Это большое достижение наших спасателей. Основная цель нашего учения, посвященного предстоящему 19 октября, Дню спасателей, проверить их профессиональную и физподготовку, навыки оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Спасатели должны быть всегда готовы к спасению людей.